Красота и спокойствие царят в парке «Дельфин». Зеркальная гладь водохранилища, мамочки гуляют с детьми, да шикарный вид на красавицу Воронеж. И мирное небо над головой. Кажется, что так будет всегда. А вот главная улица нашего города. Проспект Революции сегодня делают краше и современнее, потому что Воронеж растет и развивается. А ведь каких-то 80 лет назад он был полностью практически разрушен. Но больше такого не повторится. Не повторится трагедия нацизма, потому что сегодня наши ребята, настоящие защитники Отечества, стоят на страже рубежей России. И неважно, добровольцы это, мобилизованные воронежцы или регулярные войска, мы вас всех ждем с победой. Возвращайтесь целыми и невредимыми.